КФУ традиционно отметили посвящение в лицеисты. Актовый зал «Уникса» в этот вечер был переполнен. На трогательную церемонию пришли не только лицеисты единственного в Татарстане IT-лицея, но и их близкие, друзья, преподаватели. Как признались сами ребята, они готовились целый месяц, усердно работали над движениями со своими преподавателями, продумывали программу праздника. На посвящении я уже второй раз, и каждый раз я испытываю какую-то дрожь. Это очень страшно, когда ты выходишь на сцену, и все страхи пропадают. Это действительно очень нечто поразительное. Ты ждешь этого момента, и это очаровывает. Зажигательные танцы, сценки, песни на разных языках, в том числе испанском и итальянском, всем этим ребята порадовали зрителей. Еще и собрали кубик Рубика за минуту с закрытыми глазами. Принимали участие в концерте лицеисты как самые маленькие новоприбывшие, так и выпускники и известные участники университетских торжеств. И даже сами преподаватели. К слову, в IT-лицее преподают разные учителя. Например, робот Ева, самый беспристрастный и эрудированный педагог, которая тоже приняла участие в концерте и поприветствовала всех собравшихся. Мне очень понравилось это выступление, все, потому что мы долго готовились, много трудились, и, наконец, это случилось. Мы лицеисты, я очень рад. Самое главное – это хорошее настроение, которое дети подарили родителям, родители, которые передали нам, и уже мы учителя, то, что будем вкладывать уже в самих детей. Закончилось это знаменательное событие традиционным селфи всех участников на сцене и исполнением гимна IT-лицея. Ганиева Нарина, Давлетьяров Ленар, Универньюз.